вступившего в истинный молитвенный подвиг, руководствует в нем сам Бог, с премудростью, непостижимую для тех, которые не посвящены в ее таинство. «Молитва, — сказал святой Иоанн Лествичник, — сама в себе содержит учителя себе, Бога, который научает человека уразумевать молитву, который дает молитву молящемуся и благословляет лета праведных. По распределению божественной премудрости, вступившему в молитвенный подвиг, первоначально предоставляется вкусить утешение от молитвы. Так удачно избранное лекарство от какой-либо застарелой болезни, прикоснувшись к поверхности ее, немедленно при первых приемах доставляет облегчение – это же лекарство при дальнейшем употреблении его, начиная проникать в телосложение, растревоживает болезнь и, постепенно исторгая ее, усиливает боли, приводит иногда больного в мучительное состояние. При таких явлениях неопытный больной легко может усомниться в благотворности лекарства, но искусные врачи в этих-то именно явлениях и видят его благотворность. Точно то же случается и при молитве – когда христианин постоянно и тщательно займется ею, тогда она мало-помалу начнет открывать в нем страсти его, о существовании которых в себе он доселе не ведал. Она обнажит пред ним в поразительной картине падение естества человеческого и плен его. Когда же христианин вознамерится возникнуть из падения и освободиться из плена, тогда придут те духи, которые поработили нас себе, и с упорством восстанут против молитвы, усиливающейся доставить христианину духовную свободу. Это служит доказательством действительности молитвы, как сказал тот же великий наставник иноков. О пользе молитвы мы заключаем по тому противодействию от бесов, которое встречаем при совершении ее, а о плоде ее заключаем по побеждению нами врага. В невольном созерцании нашего падения и в борьбе со страстями нашими и духами злобы очень часто, наиболее весьма долгое время держит божественный промысел подвижников для их в существенной пользы. Видя постоянно возникающие в себе страсти, видя постоянное преобладание над собой греховных помыслов и мечтаний, приносимых духами, подвижник стяжевает нищету духа, заповеданную Евангелием, умерщвляется для мира, соделывается истинную вдовицу в духовном отношении, и от сильнейшего ощущения вдовства, сиротства, одиночества, бесприютности своей начинает с особенным бесстудием, с особенной неотвязчивостью стужать молитвою, соединенную с плачем, судьи, не боящемуся Бога, и человек, не срамляющемуся, утомлять неутомимого. Хотя этот судья, будучи Богом, и не боится Бога, но за не творит ему труды душа, соделавшаяся по причине греха и падения вдовою по отношению к нему, он сотворит отмщение ея от соперника ея, тела и от ее супостатов, духов. Каким образом совершается это отмщение, эта защита – дарованием святаго духа подвижнику, истомленному молитвенным подвигом. Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бо просяй приемлет и ищай обретает, и толкущему отверзится. Отец и же на небесе даст духа святаго просящему него. Так удостоверяет нас Господь. Но чтобы получить дар, повелено просить, искать, стучаться неотступно в духовные двери милосердия Божия. Не полезно нам, даже вредно, скорое и беструдное приобретение духовного богатства. Легко получив его, мы не сумеем сохранить его. Оно может послужить нам поводом к тщеславию, к презрению и осуждению ближних, что ведет подвижника к тяжким падениям, которые обыкновенно последуют за гордостью и служат наказанием и вразумлением для увлеченных пагубнейшей страстью, низвергшую с неба падших ангелов.